Перед началом заседания осмотр места расположения будущих очистных сооружений. Строительство начнется в ближайшее время. Представлена проектная документация. Подрядчик готов приступить к работе. Те, которые есть, стоки мы определили, они порядка 890, там до 900, до 1000 кубометров имеют объемы, но мы строим с запасом на 1500 кубометров очистные сооружения. С учетом развития, с учетом появления новых предприятий, которые уже есть, которые заявились, которые получили разрешение на строительство, с учетом строительства многоквартирных жилых домов. Ход работы по строительству очистных сооружений на территории Навлинского района будет отслеживаться комитетом. Также на заседании поднимались и другие вопросы. Введение государственного реестра объектов с негативным воздействием на окружающую среду и обращение с твердыми коммунальными отходами. Не должно быть задержки по вывозу мусора. Да, сортировка, она должна присутствовать. Раздельный сбор мусора должен присутствовать. Нам нужно поставить работу с мусором. Не то, что в голову угла, да, а выстроить его так, чтобы все население было крайне довольно.